зритель, давно не было обзора покупок чего-нибудь. У меня тут все с Вайлдберриз, и все для кухни, и все практически из одной серии. Вот этот набор, я сначала думала записать обзор, не записать обзор, но на фотке одно. Аня у меня в чате спрашивала, ну так ли оно или нет. В реале я вдруг прихожу к мысли, что оно не совсем то, как я думала. То, что губочка и железячка, на самом деле губочка с железячкой. Хотя я тут как-то дальше камеры разберу его. Я думала сначала записать АСМР и как бы сделать шепотом распаковку. Плюс там еще есть плоские такие губки, я давно их хотела купить. Ну, в общем, короче, кусок видео должен был быть с водой, с шумом воды. Но я не знаю, АСМР у вас оно вызывает или нет, поэтому решила просто записать обычный обзор. Я в курсе, что давно, наверное, не было на канале АСМР. Я поеду в деревню на днях на последнее побывание в этот год, в этот сезон дачный. Ну и я постараюсь там что-нибудь или записать, или там какую-нибудь шепталку, или у меня там есть пупырки такие, по пупырике. Очень надежно запаковали. Вообще, я думала, что там какой-то пакетик. Такое ощущение, что тут вместо пакетика вот эта вот пленка бесконечная. У меня вообще в деревне последняя губка осталась. Да, это была пищевая пленка, а тут у нас пупырка. И, по-моему, возможно, даже последняя железная губка. Я туда помню, в прошлом году привозила, но не знаю, или закончились, или где-то лежат, где фиг найдешь. Но все-таки оно действительно в упаковочке. Оно в упаковочке. Так вот, на картинке была нарисована зеленая такая маленькая квадратная губочка, а потом вот эта вот штучка железная. И я вчера подумала уже в саду, когда забрала заказ перед садом, что эта вот губочка снизу просто как губочка поролончик, а сверху вот такая железячка. Я думаю, надо все-таки, наверное, это заобзорить, чтобы люди знали, что это такое. Но на деле это все-таки действительно вот именно вот так. То бишь, производитель нас своими фотками немножко вводит в заблуждение. Ну и цена у этого была. Мне оно обошлось за 64 рубля. Вчера оно стоило 62 рубля, но это по кошельку Вайлдберриз, если он у вас подтвержден. У меня вот я сделала подтверждение, у меня там 5% скидка. Короче, я артикул оставлю в инфобоксе и закрепленном комментарии. Кошка жрет какой-то мой цветок. Надеюсь, не долбанет там больше ничем. Я не хочу это распаковывать, потому что я именно в таком формате хочу взять это в деревню. Тут такая вот, ну, обычная совершенно губка. Это кто у нас тут? Клининг продукт. Самая обычная жестяночка. И мне даже кажется, что она может, ну, не ахти будет. Не совсем то, как вот у меня есть железные губочки. Они вот, ну, прям такие конкретные, но долго играющие. А такие я как-то покупала, они практически на раз. Но если интересно, просто можете в комментариях оставить вопрос. Я постараюсь, может, в деревне или шорт заснять, или короткое видео с применением ее. Ну, или, может, если буду снова писать деревенский влог, то покажу просто вот, в каком она состоянии, или как она вообще. И тут тоненький такой слой вот этого жесткого материала. И очень такой мелкопупырчатый, ну, мелкопузырьковый, я не знаю, как это правильно называется, поролончик. Ну, в принципе, что хотела, то получила. И в деревню вот на последний там месяц бытия вполне, думаю, сойдет. Вот. Потом, я еще в начале года видела на Озон черные такие губочки плоские, набор из древесины, целлюлоза. Но у меня тогда был большой набор губок, просто обычных, и мне как бы всего хватало, и я решила, пока не буду покупать, ну, мало ли, так я подумала, вдруг кто подарит, никто не подарил. А тут, значит, на Озон уже такого набора нет. Я купила на Вайлдберриз. На Вайлдберриз оно было дешевле. Губка для мытья посуды детская экологичная. По-моему, 126 рублей она мне обошлась. Тут три штучки. Сделана в Китае. Вот ее и хочу потом размочить на камеру. Сама посмотреть и вам показать. Пакетики.
Три веревочки, видимо, это чтобы вешать эту губку. Одна у меня, видимо, упала. Раз веревочка, два веревочка. И да. Поймай меня, если сможешь, три веревочка. Теперь губки падают. Вот три веревочки. И они тут, видимо, как-то, ну, одеваются, закрываются. И можно это привесить. И губки с рисунками. Вообще в комментах я читала что-то больше как бы на детскую ручку. Но иногда у меня бывали такие маленькие совсем губочки из Ашана, сто лет там не было ашановской фирмы, каждый день, ну, совсем маленькие такие. Или даже из светофора какие-то там покупала, или из фикс-прайса, я уж не помню. Но я не там давно не была. И, в принципе, небольшая губочка, и хрен бы с ней. В общем, тут у нас мишка. Тут лисенок. Короче говоря, черных, как я хотела, изначально не было, но я поняла, что, в принципе, это, ну, одно и то же, тоже вот древесная такая. Тут у нас зайка. Наверное, зайку я и опробую. Сюда пока положим. Там у меня камин АСМР, на фоне которого я никак не запишу. У меня где-то есть немножко топлива, его, может, там минут на 10 хватит. Но пока жарко, я в деревне или еще что-то, ну, как-то вот не случилось. Брак кто-то там. Брат Сионг, не знаю, XIONG. Я не очень сильно в китайском. Она вообще напоминает акварельную бумагу такую. Или бумагу для рисования. Ну и она тут буквально миллиметр, наверное, или чуть больше миллиметра высота. В общем, я ее потом опробую под водой. И покажу вам. И я вообще изначально хотела себе купить набор губок хороших, больших, чтобы вот хватило надолго, с более таким плотным поролоном. И нашла вот такой набор жесткий абразив для сильных загрязнений. Тут две упаковки по 10 штук. Грубо говоря, за 369 рублей у меня вышло 20 губочек. У меня как раз заканчиваются вообще губки в городе. У меня осталась одна единственная губка. Губки для мытья посуды овальной Юнифика. Жесткий абразив графит. 20 штук. Или Юнификон. Ну, в общем, UNIFICO. Обильная пена надолго сохраняет форму, прочный поролон, удобная форма, повышенная прочность, служит в два раза дольше. Да, я вот заметила, что губки вот с такими большими пузыриками, они действительно дольше живут. И полностью разочаровалась в губочках этих от «Моя цена», от «Магнита». И вот эти ашановские губки раньше покупала. Так как. Мне в Ашане, правда, нравились еще какие-то губки, но последний раз, когда я там была, это было давно, может, полгода назад, там не было уже таких губок, которые мне нравились. Так вот, у меня были подобные губки, только прямоугольные другой фирмы. И они, в общем, действительно долго вот такие живут. Тут большие пузырики. Более толстый слой вот этой штучки абразивной. Ну, раза в три больше, чем вот на этом наборе. Жесткая такая. И я вот сейчас собираюсь помыть посуду как раз. Ну, их опробую и запишу шортик. Ну, и они... Ну, где-то миллиметров на 7 повыше, чем вот эти губки, допустим. Не в руке удобно держать. Чем, если интересно, то гляньте потом отдельный шортс на эту губочку. Артикул я опять же оставлю в инфобоксе, ну и, наверное, не прощаюсь, потому что замочу вам эту губочку, попрощаюсь уже в той части видео.
А вы, если решили поддержать канал, то можете это сделать вот где-то там под конец видео, либо сейчас будет облачко. Можно сделать это через ВКП, Юмони или переводом по номеру телефона по системе быстрых платежей. Если использовали уже такие губки, ну, может, это не я первооткрыватель, а кто-то уже раньше про них знал, дайте знать в комментах. Ну и в любом случае напишите какой-нибудь комментарий, я вам поставлю сердечко, если будет это нейтрально положительно. А снимать я продолжила уже в деревне. Вот эта губочка, которую я хочу сейчас протестировать. У меня теплая вода в умывальнике. Вот она. Прикольная такая. Реально, как только вода попадает, так сразу становится мягкой. Ну и тут вот веревочка эта. Вот такая губочка, зритель. Ну чё, пока тебе.